Кастом. Всем привет. Ну что, начинаем ковырять BMW. Что нам надо? Нам надо, короче, открыть BMW. Вот. Из ковши до нихрена ничего не видно. Вот так вот лучше будет. И, короче, почистить нужно будет контактную группу ежика. Вот этой вот срани. Вот этой вот. Вон он, второй ежик валяется, который уже вскрытый. Вот такой вот он. Вот. Его, короче, уже здесь вскрывали, перепаивали диоды тут, короче, замыкали, чтобы он на постоянку рубил. Ну, вон там, видите, вон он. Видно, не видно. Вон, видите, он. Оплавленные аж, бедняги. То есть его тут грело вообще капитально прям. Ну, короче, ему жопа. Наверное, так же жопа, как и вот тому, который... Вот там вот стоит у нас еще один ежик. Вон он там, вон. Ну, не видно, короче. Там есть еще один ежик. Это вот оригинальный. Настоящий. А там стоит какой-то там. А там, короче, стоит заменитель. Ну, какой-то там китайский, не китайский, короче, там... бразильский или еще какой-нибудь. Ну, короче, с ним печка не крутится вообще никак. То есть с этим перепаянным она хотя бы как-то там вертится на максимальных типа оборотах. Ну, я так подозреваю, что это не максималка у этого моторчика. Я думаю, что он может больше, чем крутится она сейчас. И, скорее всего, это жопа именно моторчику, либо жопа самому ежику, не оригинальному. Потому что очень часто они хоть и... новые, ну там диоды, и диоды они там обычно китайские сейчас ставят. Короче, все это помирает там за пару-тройку дней, и ты опять прилип на новый ежик. Короче, вердикт ставит только оригинал. В плане вот этих вот регуляторов оборот. Потому что там такая говнистая схема, я вчера почитал вечером, что, блин, лучше оригинал туда пихать и больше никак. Вот, в принципе, и все. Почистим сейчас контактную группу, почистим предохранители спереди, предохранители, которые в багажнике стоят. Все-все почистим, посмотрим, чтобы не было перегоревших, чтобы все были предохранители на месте. И если это не поможет, и с этим ежиком, то есть вот этот вот китайский ежик, он новый. Если с ним не заведется, то клиент обещал, что сегодня привезет какой-нибудь рабочий, типа с машины снимет с какой-то. Вот, мы попробуем его, если он... с ним не будет работать, то поедет у нас все это дело, короче, разбираться. Будет снята торпеда, будет снята шумка и будет снят сам моторчик. Я бы так называю... ну что, пролез все. Все предохранители пролез, спереди, сзади, почистил там контактную группу, короче. Не помогает. Скорее всего, ежик мертвый. Потому что печка крутится офигенно просто. Вот сейчас покажу, как она крутится. Берем ежа и подвтыкиваем. Так, это не тот. Вот старый, видите, какой это он. Подвтыкиваем. Вот дует капец. С печкой и с моторчиком все ништяк там. Сто пудов, вот это вот хлам мертвый. Либо он не для этой печки. Хотя... по разъему же такой же, какой-то разъем такой уже конченый, блин. Его тут что-то здесь, его тут пилили, не пилили, что-то черт поймешь. Короче, ждем, когда клиент привезет ежа, потому что я все обзвонил, все нормальное, все предохранители целые. Ты приглядись, там особенности. Ну что, все, BMW уже уехала. Клиент привез новый ежик. Ну, купленный на разборе, который реально рабочий. Поставили, печка ожила, все ништяк. Ну, как обычно, все нормально. Ну и, конечно же, когда BMW просто так уехать не может, это все, что осталось после BMW, а? Как вы думаете, что это такое? Правильно, это масло с мотора. Вот такое вот чудо. Мотор дизельный был. Эпопея маленькая с BMW закончилась. Всем удачи и пока.